Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. В заявлении отмечается, что Вашингтон высылает 10 российских дипломатов. Кроме этого, в списке включены 32 физических лица и объединения. Рестрикции будут введены против 6 технологических компаний России. В частности, стало известно, что под санкции попал российский военный технополис «Эра».